Всем приветики! Что делать, если Google Play не дает вам установить приложение? Вот нажимаем, вы устанавливаете, он проверяет и говорит, что оно подозрительное. Ну и вот, не установлено. В этом случае идете в сам Google Play, вот на эту вкладочку, вот где здесь вредоносное приложение, и отключаете Google Play. Подтверждаете своим отпечатком или паролем, что там у вас. После чего снова устанавливаете. И никаких проблем, никаких проверок. Оно устанавливается, разве что телефонный антивирус проверяет, все хорошо. И все, приложение установлено. Теперь после этого можно обратно включить Google Play. Все, в итоге защита у вас как и была включена, и приложение установлено. Таким образом можно остановить то приложение, на которое Google Play ругается. Потому что вот антивирус проверил, все нормально, но Google Play что-то не нравится. Видите ли, слишком старое. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.